Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро начнется. Никуда не уходите. Добро пожаловать в этот замечательный вечер, который через несколько минут станет еще лучше. Ровно тогда, когда мяч покинет центральный круг. Рассказывать о сегодняшнем матче вам будем мы, Георгий Черданцев и Константин Генич. Матч плей-офф мы сегодня будем смотреть, а именно игру 1/8 финала. Сколько финалов не посмотри, это никогда не надоест. Спасибо, Георгий. Сегодня хозяева поля фавориты на выход в следующий раунд. Преимущество своего поля очень много значит в плей-офф. Я уверен, они им постараются воспользоваться по максимуму. Эден Азар. Хорошо, атака развивается. Шанс забить сейчас. Мяч в сетке, они выходят вперед. Ну и теперь самое главное, это удержать преимущество. Но в любом случае, команда сегодня играет просто невероятно. Вот что бывает, когда игрок не боится брать на себя игру и смело идет в обводку. Такие моменты начисто деморализуют противника. Да, смелость города берет, хотя в данном случае, похоже, город сдался без боя. 1-0. Сейчас будет веселее. Не получилось у них мяч удержать. Эден Азар. Подает в штрафную Азар. Медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Хороший пас вверх и вперед. Классный отбор! Молодец! Думаю, самый популярный человек сейчас на трибунах – это судья. Болельщики, конечно, недовольны его решением. Аксель Вицель. Неплохой пас получается. Ушел мяч, аут. Как хорошо он игру прочитал. Момент! Забивай! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Обманул он соперника, убрал мяч назад немного и отдал пас. И в завершении не сплоховал. Пробил очень мощно и точно. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Де Брюйне. Ориги. Эден Азар. Мяч у соперника. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Навес тут должен последовать. Как отлично он мяч перехватил. Эден Азар. Леандро Троссар. Отличный пас у Нонды. Ну и пробить надо. Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Просто, четко, надежно, как и должен действовать голкипер. И в центр штрафной подача. Спасает свою команду от гола этот игрок. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Нужно скорее возвращаться назад.
И вратарь забирает этот мяч.